цей TechNights. Концепція TechNights дуже проста. Knowledge Fun Charity. Що це таке? Перше, це нові знання. Якісь знання від спікерів, які ще ні разу не були в Черкасах, які дають якусь нову інформацію і цікаву людям. Друге, фан. Це можливість просто зустрітися з друзями, зайти в ком'юніті, поспілкуватися класно. Про якісь такі речі, які не пов'язані з роботою, або пов'язані навпаки з роботою. І невідмінна частина TechNights – це благодійність. Ми в цьому році 100% від вартості квитка передаємо у жіночий кризовий центр на облаштування у них кухні. Тому що кухня в них в критичному стані, ми будемо купляти плитку, холодильник, якісь такі речі першої необхідності, які їм необхідні. Мы развиваемся как страна, и сейчас я называю, что мы это находимся в аутсорсинге 3.0, и у нас остаются те же два направления, но мы эволюционировали. Первое. Наша экспертиза превратилась в топовую экспертизу. И сейчас мы на рынке можем предоставлять решения. Да, то есть возьмем пример Masters of Code. Сейчас они предоставляют решения компаниям по ботам, да, по communication experience. У них есть проблема, у клиента есть проблема. Мы понимаем, что за проблема. Мы можем войти в клиента, в его понимание и предложить полное решение. То есть вы нам уже не диктуете правила игры, мы вам говорим, что нужно делать. У нас сумасшедшая неставочка IT-ресурсов на тот спрос, который у нас есть, и нужно работать больше с высшими образовательными органами для улучшения образования здесь, чтобы было больше IT-специалистов. Второе — это то, ну, работа в легальном поле, работа с государством насчет налогообложения и все остальное. И третье, как оказалось, да, для меня это было сюрпризом, на Западе нас не видят как один унифицированный голос. Классная тусовка. Интересно увидеть, ну, как бы IT-комьюнити Черкас, потому что я в основном или в Киеве, или во Львове, да, то есть во Львов ездил, я видел эту тусовку, а в Черкасах первый раз. Мне хотелось поделиться не только знаниями о том, о чем этот бизнес, но мне хотелось поделиться болью, когда я разговариваю с клиентами, чего они хотят от нашего рынка. И действительно хотелось бы поделиться с IT-специалистами, которые строят свои маленькие компании, хотят масштабироваться. Люди, которые думают о продукте, поделиться знаниями, что же от них тот мир, на который они хотят работать, или тот мир, куда они хотят продавать продукт, ожидают. Сила фокуса, она на самом деле очень велика. Кто слышал фразу «What you focus on, you magnify». То, на чем вы фокусируетесь, вы увеличиваете. Это реально происходит быстрее, этого становится больше, это применимо к любой части жизни. Любой прогресс, который вы хотите увидеть в жизни по поводу любой части вашей жизни, вам надо сфокусироваться на том, что вы хотите, и ваш мозг будет сознательно, и что самое интересное, подсознательно во время сна, во время того, когда вы не вовлекаете даже свой сознательный ум, будет работать на достижение этой цели. Я хочу сказать вам о том, что если у вас нет видения туда, куда вы хотите прийти, вы его не задекларировали, то вы не сможете туда добраться. Вы случайно не попадете в какое-то место, где вам действительно будет по кайфу, что вы туда пришли. Спасибо, Дима. Я знаю, что у многих компаний есть проблемы с тем, чтобы сфокусироваться на каком-то направлении. Они делают все, они делают это, ну, с неинтересными клиентами часто. Я хочу сказать им о том, что есть альтернатива. Как сфокусироваться? Ну, тебе просто надо понять, что тебя вдохновляет. Вот принципиально. Отложить все, и как будто нет ограничений. Вот просто подумать, как Дисней говорил. Вот как нет ограничений. Вот они когда брейнштормили, они просто отбрасывали ограничения и просто генерировали идеи, как будто ограничений нет. Потом они цеплялись за ту, которая вдохновляет их больше всего. И потом начинали рассматривать стратегию в направлении движения к этой идее.